Человек умер на Пасху, он сразу попадет в рай? Но все-таки нет такого нигде, ни в Писании, ни в предании церковном. Мы говорим, чтобы умерший на Пасху идет тут же с свистом в рай. Нет такого. Вот. Но одновременно говорим, что это не просто так. Это не просто так. Ну вот я про все говорить мне сложно, про каждого человека. Но вот 2 года назад у меня мамочка отошла в вечность. Прямо в праздник апостолов Петра и Павла. В час, когда она отходила, это был пасхальный час, 2 часа ночи. Кто знает, когда должно быть пасхальное богослужение, 2 часа ночи должно начинаться. Вот 2 часа ночи. И она уходила, успокоенная, не чувствуя физической боли, в молитве, в причастии к столу тайн, соборной, приняв монашеский пост, их за 2 месяца до этого уже, будучи больной даже. И когда она уходила, как бы нам не было жалко и тяжело, по-человечески, мы чувствовали, вот о чем был вопрос, благодать. Все, кто были рядом, отец, сестра моя, значит, дочь, мама, я как сын, внучка, мы все чувствовали. И хоть ее было жалко, но было, как видно, она уходит. И у нас поэтому были силы во время последних мгновений запеть Пасху. И она уходила с улыбкой на устах в праздник. Но это, наверное, какой-то знак. А я знаю жизнь моей мамы. Я знаю, какой она была человек. Я вижу в этом не случайность. Но сказать, что все, кто в праздник уходит, это только праведники. Ну, все-таки нет. Ну, только правда такая. Да, Господь дает часто знак, когда призывает вечность в особые дни тех, которых через это обращает внимание других. Не просто как они, как умирали, поэтому как жили-то? Может, есть чем поучиться? Это тоже бывает. Не каждый усопший в праздник Царствие Божие ждет, но среди ушедших в праздники таковых немало. Слава Богу. Будем надеяться и молиться Господу, чтобы и нам, как за литургией мы поем, весь живот наш безболезненно, непостыдно, мирно. Наверное, это важно для нас? Наверное, важно, Дим. Но мне кажется, хорошо бы так. Пускай будет любая кончина. Пускай и болезненно, пускай и страшная. Только принять ее правильно, с благодарностью, без ропота. И после нее бы, не говорю быть в венце, говорю быть среди последних, но в Царстве Божьем.